Как относитесь к молодежной субкультуре батл рэп versus деградация ли это? Что это такое? Это как Эминем там выбегал и там против кого-то там зачитывал стих. Ну, развлечение как развлечение. То есть, если вам кажется, что это новое, что-то небывало, необычное, ваше поколение придумано, что это чушь собачья, все известно тысячи лет. Деградация это, ну, что-то вот за тысячи лет не деградировали, поэтому не думаю, что это деградация сейчас.